Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Фантом. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, вы все написали в комментариях, чтоб мы записали сирена голового. И помните, мы делали эксперимент, когда я был на машине, а пацаны за мной гонялись. Сегодня у нас будет эта серия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Первую машину я беру очень медленно, а потом буду все быстрее, быстрее и быстрее. Пацаны, вы готовы? Вы же еще взяли быстрый, да, специально? Да. Нормально. Мне это нравится. Главное, что? Shift прожимать. Привет. Это было очень близко. Это было рядом. А, ты вот так решил? Нифига себе, обогнал меня. Ну, что-то слабенько. Машина настолько медленна, насколько это возможно. А ты меня дамажишь вообще? Не понимаю. Я не знаю. Но через машину дамаг проходит, насколько, да? Известно нам по гаррисмоду. Что-то у меня машина... А, у меня жизнь не тратится у машины. Уже подпердывает. Нормально жму? Ты тут не пролезешь. От дерьмо пролез. Давай, газуй, пердушечка моя. Уже дым идет с выхлопнушки. Уже еще сильнее попердывает. А где другой тот? Че ты один? Нам еще один грузится. Что-то очень долго, но все будет веселее. Но ты, считай, машину мою-то поломал. Да ты вообще такой-то бессмертный. Нет, ты, дым же видно вроде бы. Нет, пацаны, не работает это так. О, все. Красава. Прикольно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, давайте что-нибудь побыстрее возьмем. Так, теперь мы берем... О, давайте полицейскую. Ну, она, мне кажется, будет быстрая. Нет, навряд ли. Машины этого года были очень быстрые. Где ты? Я жду, хочу еще... О, к нам присоединился еще. Я хочу, чтобы вас было двое, но я не вижу того челика. Ну чё бы? Сейчас я только уеду. Да подожди, я уеду за стой! У меня такая притча, блин, она ее несет, как кусок. Говна. Все, поехали. Можешь догонять. Но эта тачка быстрее. Вот дерьмо. Ну и все равно быстрее. Не, смотри. Прощай. Куда? Нормально увалил? Это только второй уровень. Я потерял. Не, я тебя вижу. Эй, куда едешь? Ой, дерьмо. Куда ты? Ладно, я сейчас умру. Не туда заехал, Дима. Хорошо. Понятно, что эта машина тоже была из низшего уровня. Давайте что-нибудь поскоростнее возьмем. Да. Хотел я перекрасить желтый цвет, но то в следующей волне. Так, пацаны, сейчас я скажу, когда можно, да, я уеду, потому что вы реально очень быстрые. Давай. Надо на скоростную трассу выезжать. Раз, два, три, пошли. Да, можешь. У нас уже вот трое. Я так лупашу, как никогда. Ты чуть не перевернул. Что-то затрептил, да? Куда ты? Я уже дым вижу. Давай, Димка. Два мегаичники. Хотят забрать. Красиво, его. Пацаны, полетел. Что-то далеко как-то. О, вот. Проскочил по красоте. Классная серия получилась. Мне нравится погонять. Еще сиреноголовый. Ого. Че, пацаны, слабаки. Машина моя реально мощь. Заглохла! Блин, она подглыхает! А ну, блин, отвалите!
все, и все, нет дыма. Эй, куда? Вот это увалил по красоте. Может, потом снимем, с какой скоростью бегают сиреноголовые? Ну, может. Я вообще хочу экспериментальную рубрику снять. Ну, блин, сейчас скажу, а вдруг кто-то ее другой снимет. Пока не буду туда говорить. Ты срезал, чтобы меня убить! Нет, привет! Эй! Че ты? Куда поехал? Да отвали ты от меня! Да нет. Блин, прикольно, они за мной реально догоняют постоянно. Ты чё-то... Да отвали ты от меня! Не, всё. Как всё, в GTA, горит. Машина горит, а я еду. Да, всё. Всё. Давай, давай, газуй. Хватит, хватит. Нормально, да? Я, получается, по прямой от вас уезжаю на изично. Вот до этого момента. О, привет. Да что ты меня взрываешь? Прощайте, всё. Я сгорел. Хорошо, хорошо. Я вам напомню. Да? Давайте экспериментик сделаем небольшой. Мы сейчас другую машину возьмем. Ой, это не та. Это не та. Подождите, не та машина. Ой, заводится шикарно. На танке, погнали. Ёпи. Это жир вообще. Он по нам стреляет. Теперь. Я вас не могу, да, убить? Давайте, пьемте. Отвалите, пацаны, я по-хорошему. Я думал, я смогу вас на танке задавить. Но нет. Приходится убегать. Ай. А у вас жизни есть? Да. 500 тысяч? Сколько у вас там? Да, это получается неубиваемые вообще. Но вы мне ничего сделать не можете, вы понимаете это, да? Давайте будем ехать и стрелять. Гонятся как могут. А не могут вообще никак. Жизни тратятся у вас или нет? Да. Ой-ой-ой, красавчик. Давай, давай, давай. Блин, а вы меня не можете убить реально в этом танке? Или у меня очень много жизней? Я не вижу, да, вашей жизни, это реально плохо. Что-то не получается вас, пацаны, меня никак убить. Танк рули, да? Как вот то есть выражение? Как в танке? Вообще никак. Я даже вас не боюсь. Давайте еще раз попробовать. Если меня не убиваете, то придется другую машину взять. Да, наверное, не убивается мой танк. Потому что, наверное, другой пак. Ладно, сейчас другую машину. Давайте я улечу и другую машину возьму, чтобы у меня было время убежать. Так. Сейчас мы берем очень быструю машину. Настолько быструю, насколько я знаю. А у нас какая-то машина быстрая есть. Надо зайти в транспорт. Он сверху, я видел, куда он улетел. Пошли. А что ты все знаешь? Давайте, а я Porsche Cayman взял. А, я тебя уже вижу. Cayenne, Cayman. Ну чё, погнали. А, вон, вон, я вижу, я вижу. Чё ты медленный, зря ты его взял, я тебя буду целый день ждать. Так, я вижу, он, пацаны идут. Разгоняемся со всей силы, просто летим.
Хотя я бы не сказал, что это быстрая машина. Но у нее есть большое преимущество. У нее нет жизни. Ее невозможно взорвать. Че, давайте я вас на спауне жду, но... Привет. Давай, сынок. О, сквозь машину можно убить. Да. Так, пацаны, сейчас я к вам приду, ждите. Ну, мы тебя... И хитрус, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!